Доброе утро. У нас тут маленький дождик и новый фонтан в районе пляжа Ладожский 2. Ну, дождик, правда, не маленький был, такой чуть слабее среднего, но тем не менее водички он принес достаточно. Обратите внимание, как вот она уходит в море. Погодка, сами видите, какая. Там вдали, где-то в районе Турции, все получше гораздо. Судя по всему, там даже, возможно, солнышко. В Лазаревском самом же все-таки дождики. И я уже с мокрыми ногами уверенно так хожу. Ну, хожу я всегда уверенно, вроде как, пока ноги держат, но уже с мокрыми, однозначно. Ну что, друзья, пойдемте проверим. Уже терять нечего. Набережную. В данном варианте, в данной местности, я еще давно говорил, что зря вы замуровали, демоны-то, а? Зря вода стоять будет. Даже от такого сравнительно небольшого дождика набережная немножечко обойти можно, но все равно в воде. Я даже этот ролик не буду уводить на канал Лазаревская все-все-все. Изначально планировал так сделать. А мы с вами вместе пойдем посмотрим ливневки, как уходит вода. Вот сейчас самое-самое время. Опять же, повторюсь, это не самый сильный дождик сегодня у нас был. Хоть и по улице Калараш течет ручеек, вы можете увидеть. Хотя вы наверняка его уже увидели на первом ролике. Я пока показывал в первом ролике, как что происходит. Пока идем к лужице. Напоминаю, друзья, вам, что обратная связь у меня только на Дзен-канале Лазаревская сегодня. Что еще? И что... Не надо негатива, пожалуйста. Не нравится Лазаревская? Пожалуйста, не смотрите. Идите смотрите что-нибудь другое, какой-нибудь другой населенный пункт. Все такое. Загазованная деревня. До свидания. Буду банить со страшной силой. Ох, молнии. Видели сейчас какие? Я думаю, видели. Итак, друзья мои, площадь около замка. Колеса обозрения. А что тут делали вообще? А смысл какой тут был, блин, всего этого того, что делали? Чтобы бутылочки плавалось хорошо. Я очень огорчен, честно говоря, очень огорчен. Инженеры, проектировщики, я не знаю, кто тут ответственный за всю эту хрень. Ни хрена не думали. Абсолютно. Если в прошлый раз я слегка-слегка сомневался, ну там где-то в районе вот ливневки было что-то, там какие-то затруднения ухода воды, но я думал, что это как бы... То теперь я не сомневаюсь. Огроменная. Охрененно большая лужа прямо в самом центре парка. Прям. Ну, не в самом центре парка, это, наверное, слегка преувеличил, конечно. Новая брусчатка, хорошо, но ливневки не работают вообще. В прямом смысле этого слова. Скажу вам, дождик был так, детский. Далеко не самый сильный дождик. Сами видите, какое море тут образовалось. Сколько бабла выкинули, а? Наверняка, там, точнее, не наверняка, там ливневка-то вон проходит, есть что-то какое-то. Но оно все либо забилось уже окончательно, либо я не знаю что. Я в летних кроссовках, терять мне уже нечего, ноги мокрые абсолютно полностью. Короче, я боюсь, что даже стало хуже. Не, может быть, не так глубоко стало, как было ранее. Нет. Но вы сами видите, никакого уклона в сторону моря, никакого прохода для воды здесь нету вообще. Вода концентрируется здесь, на этой площади. И все, вот, видите. То, как говорится, о чем говорили большевики, свершилось. За что я волновался. Зато, как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Изменения произошли только в одной области. Только в том, что новая брусчатка. Как море здесь было, так оно и осталось. Может быть, она изменила свою геометрическую форму. Теперь здесь, в районе вот этого Колизея, можно немножечко пройти. В надежде не замочить ноги. Короче, пипец полный. Видимо,
Строители не знали, что такое уровень, что такое уклон там, все такое. Это на всякий случай говорю, что в Колизее шоу с дельфинами составляет 1300 рублей. Вчера в ходе дневного эфира кто-то рассказывал про 5000, кого-то хотели обмануть. Нет, видите, 1300. Ну, более-менее нормальная цена. Опять же, сравнивая с этим, как он, с Москвой, так вообще хорошая. В общем, как-то так, друзья мои. Наверное, все, что хотел вам сказать, я уже сказал. Погодка такая. Строители криворукие. Уж извините, говорю как есть. Ну, не строители, строители, может быть, не виноват, а вот инженеры, которые проектировали все это, думали, чертили, рисовали. Точно. Всем пока. И помните, обратная связь только на Дзен-канале. И никакого негатива. Не нравится — лучше уходите просто. Если что-то говорите, то, блин, имейте в виду, баню всех подряд. YouTube вообще пофигу. Всем пока.